Друзья мои, приветствую вас всех. Сегодня 22.02.2020 года. И сегодня этот день, он совпал с поминовением усопших. То есть это родительская суббота. Таких суббот бывает только две в году. И вот одна выпала на вот эту дату. Я думаю, что это не случайно. Но я не об этом. Я хочу сказать только одно, что если кто-то забыл или же еще не успел, то, конечно же, обязательно надо помянуть, надо вспомнить всех ушедших родителей, может быть, бабушек, одним словом, сродников по крови, по роду, возможно, то есть как у вас уже пойдет от души, от сердца. Но я хочу еще сказать о другом. Сегодня я заметила у лика Спасителя девочку лет 12, которая что-то шептала, и было видно, что ей очень сложно. Я скажу честно, это вторая запись, которую я делаю, потому что там я не смогла сдержать эмоции, то есть у меня просто-напросто я, скажем так, начала плакать, а этого нельзя. Я в этом плане очень ранимый человек, я чувствую боль людей. Девочка что-то шептала, и я смотрела, вот просто-напросто даже ее не надо было трогать, потому что она нашла то спасение или ту ниточку, за которую она уцепилась, и я уверена, что она пошла с легкой душой, потому что, когда мы приходим в храм, не надо, можно не подходить к иконам, там еще где-то что-то, если вам это претит. Сядьте тихонечко где-то в уголочке и посидите, подумайте о том, что вас беспокоит, вот именно свои проблемы, пожалуйтесь, как говорится, и вы увидите, вы выйдете на улицу, вернее, за ворота храма, и у вас совершенно по-другому начнет складываться жизнь. У вас все поменяется, поверьте, это проверено. Ну, а сейчас я хочу попросить у Всевышнего, чтобы для наших всех усопших, для наших сродников, для по роду, по крови, земля была пухом и небеса раем. Будьте, пожалуйста, здоровы, будьте, пожалуйста, счастливы, удачи!